Так, тут у нас Еврокуб, и он весьма внутри грязноватый. Сейчас мы его помоем. Для этого я заранее вырезал реноватором крышку, чтобы было побольше отверстия, чтобы через такой вот руки не просовывать. Внизу такой вот кран, вот это мы сейчас снимем. Так, все сняли. Так. А дальше возьмем вот такой поливочный пистолет и сначала собьем всю грязь основную. Так, ну сначала пойдем дойдем, включим воду. Все, водичка пошла. Так, проверяем. Видишь, хороший напор. Сейчас струей грязь позбиваем. Так, поднимаемся по лесенке наверх. Да, тут у нас песочек. Все здесь подбиваем. Вот вся грязь сливается с Еврокуба. Сходим сейчас за швабры. И швабры еще. Вот так, где у нас шваброчка? Вот такая вот шваброчка. Сейчас мы потрем Еврокуб. Так. Так, сейчас попробуем двумя руками. Так, а дальше двумя руками трем как следует. Так, что-то побьем жесткий кус. Попробуем достать. Так, пойду-ка я схожу за средством. Так, сходил за средством. Санокс называется, если я правильно прочитал. Так, дальше попробуем. И еще раз воду. Со средством дело пошло лучше. Еще почище стал. Так, ну вот что у нас получилось почище. Конечно, не лучший класс, но я думаю, за несколько раз мы уже еще раз помоем. Так эта вода используется для технических нужд. Мы не пьем, поэтому не так страшно, что здесь вот такие вот зеленые места останутся.